Окей. Знаешь, что, Пайдер, я тебе спрашиваю, это внутреннее сосредоточение. Когда прожимать ШП? Никогда не прижимаю. Когда ты его качивал? Не знаю, я не смотрю на таланты. Спасите. Это та фигня, которая дает 100% крит? Да. Нет, это маска, которая без маны, по-моему. 100%. Короче, я не знаю почему, но прожимаю с пула палец, чума, потом эта фигня, прожимаю пытку сразу, и потом вешаю боль. Ага, боль в сердце. Желтая херня. Или сейчас это не канает, там модификатор не меняется. Ну там, когда есть баф на присте, 5%, что ли, пелена тьмы, или как она называется. То есть оно не запоминает его, да, по ним? Я не знаю, запоминает или нет, но я так кидаю, потому что думаю, что она запоминает. Я не знаю, как она работает, я просто уже так привык играть и не менял ничего. Ну давай тогда копар будет во тьме, если я думал, ты не хочешь во тьме быть. Юп, и тебе главное запомнить, хилить ГДК во тьме, кидать на него частицу. Помогите, и кидать план. Помогите, вы что, не сможешь видите, это сделать? Эту карту бегай. Да, тебе есть ДБМ, который показывает на ком метки. Ну вот, по ДБМу ты будешь смотреть на ком метку, ждешь, пока человек выходит, до стены добежал, сразу кидаешь ему длань. Фридом, да. Длань свободы называется. Ну это будешь поочередно делать со смарт-килл, вы распределите длань, кто кидает. Ну и хилишь человека. Это ПДК и остальное рейд. Просто обновлять частицу на БТК и хиль мини-зону. Ставьте еще раз шкафчик, мы сумоним ребят. Подожди, не опять. Так, огурчик, крест. Так, Юпи, ты будешь раздавать кулак. У меня, короче, каски. Щитов нет в рейде. Джерем про товар будет. Сакры не будет. Ладно, забей на эти аркусы. Ну, сролишь эти вещи, когда они никому не нужны будут, то просто заберешь и все. Они... Этот аркус обычно никому не надо. На кольцо, какое кольцо? СРС. Хильте меня, а то я сейчас умру. Пытаюсь держать трэш, но это сложно. Кольцо льда надо дать. Постанет мобов точечно. То может. Я устал. Как он раздражает, когда он откидывает? Возложение рук на трисю. Только гольчик, раздай кресты, вот тут уже есть.
Оптимус, давайте на ману, поставьте тотем на ману. Вы отсмоните или нет? Ну, сейчас бой уже. Лети пока так. Ага, у тебя камень. Вовремя в войско дали. Тоже не надо. Все. Так, я вот так. Открытие. Только форму меньше успеет до своих носов. Форму пока взял, даже при не одел и трэш держу. Мне понравилось это. Сейчас я поменьше сделаю гром. Ноутбук шумит. Почему весь рэп от помани просил? Мана регин же есть. Ну, потому что долго бьем трэш. Потому что кота хилит в форме мишки. А, вон там командир сзади. Давайте командиры все. Давайте, 0-0-5. Я не знаю, как ты вообще до 2-3 часов ночи ходит ЦЛК. Ну, мы ходим. Нет, там 25 человек. Не ХРС сначала идет, а потом ЦЛК уже. Что-то не помню, что у нас герои до 2 часов ночи были. Это одна РС у них до 2 часов ночи или несколько? Ну, наверное, 3 РС, а потом ЦЛК идут. Сегодня не было РС. Да, только. Они почему-то, они лечат синдром с первого трая бывает. У нас какое-то говно происходит. Да, каски вроде всем раздал. Ставлю рыбу. Давайте сразу. На каску. Короче, у нас плохо. У нас протовар. Это пульта стол, давай. Соответственно, нету капли, нету тыкните. Щита и нету. И заодно нету. Ну ладно, ретрики есть, будет еще аура. Я ауру на огонь поставлю, если что. Ты можешь ауру на броню. Агрессивно. Не надо давать чарж в босса, в это вмешательство в ГДК, а потом умирать. Так уже было. Я не буду умирать, я умею делать это через скрипт, то есть меня босс не тронул. Отлично. Надеюсь, забанят нас. Ну давай, начинай. ГМа зови. Шаманам там каску дайте, кто дает. Дал каску. Спал, зашел, вот тебе и ретрик. Уже поздно. Все, как же нет. Не стакай, ты раскол, ну, стакай. Кого-то отправлять тоже как-то не мог. Главное, чтобы Юпи не слакал, тогда все нормально будет. Ну смотрите, у меня еще БДК есть на завтра. Если мы сегодня быстро убьем РС, то завтра тоже может быть РС. Четвертое. Потому что у меня есть БДК. По
Поклонский еще не заходил, кстати, тоже. Ты же четвертый раз уже видел. Грегор уже нет. Горите в огне хозяина! Сова, выйдешь? Я дам возложение рук на полом, наверное. Так себе. Ролана, знаешь, как запуливать трэш? Ну, точнее, на кого там? Как напуливать, знаешь? Первого напул на БДК, который Халёна начинает танчить, потом следующий напул на протопала. Так, ну давай, Войд босса, Ваня, первую копию, вторую протовар. Как огурчик, у тебя есть сакра? О, отлично, сакру на второй копии дашь, начинайте. Эти каску БДК там, кто бафает? Сейчас дам, что-то не навсегда бафу, значит. По магам тоже каску. Держи. Маркиос, сними метку, отсутствует. Там сейчас умрете, кто стоит рядом. Не стойте под мордой босса. Зачем вы это делаете? Смерть. Вот он бахил, умер. Встанешь или ты АФК? Так, дебаф у меня. Инеры можно на бахилу квадрату залить. Так, это... Добивайте босса, не знаю как. Просто... По инерции покинул уже тело. Много хп было. Сколько хп у босса? 20. Дайте там каплю на Войда. Рост и ретрик. Как огурчик, попробуй дать каплю на Войда, сакру, если не давала. Резку по себе прожми. Давайте помолимся на Войда. Сейчас копии бьют. Затащим. Затащит ли он нам босса? Сколько процентов? Лям. Можешь поделать. Повезло. Значит, Джерина не хилили, да? Слишком сильно пробила его. Болтар не оставляет живых. Ну как бы за 12 секунд. Давай. За 12 секунд. Олег, можно я? За 12 секунд как бы... Не очень поживешь, я про товар это не БДК, я не могу бить ударом смерть. А, так что хило. Просто завтыкали похилить. Давайте, рейса им себе. Храни детали своей смерти. Давай посмотрим. Можно помочь Вордру спекнуться, помочь на этом чистобосе. Да там нет смысла, так как ты ж не будешь Вордру на Халионе. Так чисто надо спекнуться, помочь. Да, тут не в этом дело. Просто либо стечение обстоятельств такое было, что... Так, Юпи, ты должен хилить светом небес. Поставь, а не вспышка света. Так, ну смотрим, Апис восстановление кидал. Частицы света от как огурчика 15к. Пышка омоложения. Ну так, хилили минимум 100%. Раздаю каски. Юпи, ты в РК слышишь? Или светом небес танка. Он сейчас упал. Нас сканил не очень. Наверное, через клятву хилила. Гуляйте боссов. Конечно. Варик полипало, не спекнулся. Пуляйте боссов. Ну, босса пуляй. Кто там танчил? Войд, кажется.
Давай теперь стабаф. Дал каску ханту. Оги. Ока. Сейчас ты топлю ману и дам тебе каску. Начинай. Пока. Страшно. Гро, кажется, или табак. Жащая война. Копия. На Наджерин. Давай Юпи частицу Наджерина и хили его. Рейхи на Наджерина. Ну ты стоишь под боссом. Второй раз. Апельс поднимай, но бахила. Сейчас опять Джерин умрет, потому что хила нет. Даю капельку на Джерина. Жающая волна. Давай Сакру. Дал капельку на Джерина. 38 хп у меня уже. 32. 25. Наконец-то похилил. Танки проседают. Вот хиты. Ну, дальше. Это самый сложный босс. Юпи, ты слышал же, что светом небес хил теперь. Не флешка. Не забывай обновлять правосудие света, чтобы был на тебе баф. Скорости каста. Все зашли за линию, можно начинать. Таня на бахил не зашел. Ну, раз читал, то тогда не надо было флешку хилить. Но разки флешкой не хилят. Только ретрики. Кто хотя ходил на фантастических зверей? Я ходил. Вторых? Ну да, говорят, не очень, да? Ну вообще не очень. Что за херню мутят деньги? Че ты говоришь? Это дурни уже мутят, я думаю. Хватит уже этого Гарри Поттера. А может, эта бабушка Коллинз успокоится. Посмотрел этого Венома. О мой боже. Олег. Веном. Кстати, просто... Кстати, в декабре месяце будет фильм о французской революции. В общем, я вам скажу, он херовый, потому что он вообще не похож на Гарри Поттера, и потому что там слишком много любовных интриг и треугольников. Точнее, раньше фильмы были лучше. Да, намного. Говно полное. Трава зеленее. Во времена моей молодости, до 2000-х годов, то были да, фильмы. Да, да. Да ладно. 90-е, Терминаторы и так далее. Да не, я не такой старый. Да я такой старый. Я в 90-х смотрел. Я до сих пор помню «Жмурки». Такой прикольный фильм. С Дюжевым? Это своего... «Жмурки» — это уже нулевые. Ну да, я же нулевые. 2000-е. Сын, что ты делаешь? Гробик. Давай уберем, чтобы мама не видела. Да, добрые фильмы я вижу. Не слышно было, да? Нет, не слышно. Ну понял. Тогда давайте заново. Юпи, Апис, Пистола, во тьме хилим. Тимона диспелит Апис, свет хилит на бахил, как огурчик. Четвертая пати остается добивать големов, не сразу заходишь во тьму. Эсэсна, как огурчик, а третья фаза. Свет... Танчит Ваня, тьму танчит Славик. Чё ещё? Smart Q, сними метку АФК. Распредели длань свободы с Юпи. Пятая пати хули пал во тьме.
Мелкий трэш, на кого напуливать, вопрос. Напуливать на Джериона. Первый напулдаешь на БДК. Первая фаза и на третьей фазе. Потом все остальные напулы на Джериона. Про товар. Вторая пати свет, да. Все верно. Чек. Смарт-кью, ты готов? Сними метку «Отсутствует». Хилы не видят твое ХП. Не похилят, забьют, и ты умрешь. Ваня, готов? Напишите РК, кто на кого ролит. Каска, дайте при столах. Ладно. Да, а то что я танчу? Свет. Интел. А то свет дисплей. Смарт-кью, ты слышишь меня? Молодец, слышишь. Пристабав дать. Давайте пристабав, пристабов у нас очень мало. Так, Ваня, на позицию. Я вот вижу, да? Свет танчу на второй фазе. На повороте ты в свету. Войд, Войд, ты танчишь же свет. Свет танчит Ваня, Войд тьму. В смысле сейчас, в начале, Войд же начинает. Ну да, все верно. Войд, ты тот, Славик, Горлов. Чё? Горлов. Славик Горлов начинает танчить босса, потом во тьму заходит. Ну, интересно, начало. Ладно, сойдет. Буду регенерали прежде, правильно поставь. Смотрим ловушки. Смарк его носи, сам себя диспель. Отошли от босса, сейчас метеор будет. Отошли подальше. Забежали. На мне метеор, идти как шел далековато. Смотрим лужи. Играем в босса, дисраптор, носи метку, хилы по диспельте. Подальше от босса, сейчас будет метеор, надо чтобы метеор был подальше. Смотри, отойди. Такое ощущение, что в стенку говорю тебе. Смотрим лужи. Бла не распределили, надеюсь. Палитру диспелем. Апис подымай, как огурчика. Берн, занимай как огурчика, в трэш пока играйте, БДК заходи, хилы заходите, сейчас дам возложение, как огурчика бафнули, заходим, Доксон залей, Иннер как огурчику, Апи зайди тоже во тьму, надо было подальше отходить тебе. Теперь у нас нет БРов, топаром метку назад. 3 минуты. Ну, уже не важно. Ты уже не воспользуешься БРом. Сэс, не забудь на хулипала. Ролана, метку назад. Метку назад. Заходить. Заходим. Катапульта, зайди. Сейчас будет метка одновременно с лезвиями. Смотрим внимательно Ролана. Вот смотри, как выносят люди метку. Потом выноси метку, лезвие внимательно. Так, по иннерам, чё, Доксон, Бёрн, иннеры, пистоли. Ты заливал как огурчику, да? Понял. Бёрн залил. Бёрн, выходи метка. Ну все, у него форма, да. Смотрим лезвие. Владина, не забывайте капли кидать на ПДК, а хулипал тебя не касается. Что там, сколько? Скоро. Блин. Агрессивно, выноси метку. Это один. Диспейл его. Апис, ты диспейлишь, не забывай об этом. Да. Я сейчас... Блин. Квадрат свету, ВФ выйди в свет, Ролана, Фотон, Доксон свет, Рана дал рост, Доксон без роста.
Альфари, давай еще раз. Я буду каплю давать, короче. Ролана, выноси на затметку, строго на затметку. Я диспелю. Сбегай обратно. Блин, что-то плохо диспелилось. Ролану хилим. Убежали метеор. Далеко бежим, близко метеор. Апис, выноси метку. Во тьме дали рост, смотрим свет. Этот, большого голема бьем, короче. Доксон, выноси метку, сам себя диспелишь. Сам себя диспелишь. Я, блин, мелкий трэш. Как огурчик хилим. Джерина хиль способила. Нет, Джерина прохил. Частицу на палитре, хиль Джерина. Встали в квадратик, добейте большого голема. Играем в босса. Оптимус, выноси метку. Прожимая точку, я могу сдиспелить. Ладно, не надо. Побежали метеор. Сколько КД на инер, Доксом? По КД заливай, ну бахилу. Свет, стопом Макален, играйте большого голема, мелкий трэш. Так, теперь фотон, давай гимноману, ну бахил, ставь тотем прилива, ВФ, выноси метку. Диспелю. Хильте вдвоем там. Играйте мелкий трэш большого голема. И за ДПС выноси метку. Ну бахил, выноси метку, БДК прожмись. Надо капли, нет? Нет. Встали в квадрат, отошли от босса. Побежали метеор. Вдвоем захилите, подымать холи пал, рисковать или нет? Копар выноси метку. Встали в квадрат. Большого голема играем, оптимус выноси метку. Взрывом разума не забывайте бить. Как огурчик, отойди подальше. Оптимус, давай гимноману. Мелкий трэш сыграли. А ты не про нашего, ебать. Кому залить свету, говори. Олег, кому залить свету? Ну, бахил. У меня пока есть мана, смотрите за кральки. Доксон, подымай, изи ДПС. Играйте мелкий трэш. Свет, стопайте, стопайте. Стоп, стоп, свет. Фотон, заходи во тьму. Можно зайти во тьму? Можно зайти во тьму? Раз, два. Оптимус, гимна отхил, на Рексис выноси метку. Не заходи пока. Скажите, когда зайти. Из ДПС, фотон по команде зайдете во тьму. Скажите, когда зайти, ладно? Большого голема. Заходите во тьму, фотон, из ДПС, заходи. Фотон во тьме споешь. Гимн, наверное, уже не. Можно шесть. Как огурчик, выноси метку. Блин, не отдавал каплю. Давай тебе вот это дам. А у меня все есть, там 60, дождите, потом будете на той стороне добивать. Побежали метеор. Ждем 60, добиваем босса. Изи ДПС, выноси метку. Смотрим лужу, переживаем лужу. Прожи, диспел. Диспельте его. Альфари, выноси метку, альфари, выноси метку, альфари, выноси метку. Альфари, выноси метку. Все, добиваем босса. Вот опять нам мотив цвету хилит с первого троя убиваем, ну поняли, да? Я помните, что написал перед трейдом? Папки на мели королик. Наручи кожи и кольцо на ретрика, вообще я в шоке. Никому не надо, на оф ролим тапки, на мели. Что, четвертую? Не знаю. Р дружбы во тьме. Ты писал, что на вара ролишь? Ну, на Фурика. Это правило. Тут Олег говорит, выпис холипалу захилить, а что, подымать нет? Я говорю, нет. Потом думаю, бля, я нет сказал, что не захилим, может его поэтому не подымает? В смысле писал? Я же на оф кинул, ты же сказал, на оф? А, ну ладно, там есть Elation и Smart Q. Smart Q тогда победил. Не, ну если, конечно, можно четвертый рест, но я думаю, на БДК зайти надо. Давай, надо только колечко, колечко. Милика. Бёрн. Ну, значит, ТДК. Я котом пошел, я так давай. Вопрос, у кого есть БДК еще один? Зовите Виталий, у него уже есть. Если Виталий... Да, это первый трай. Если Виталик зайдет, то шансы на четвертый раз повышаются. Когда я сильлю будет, когда с первого трая убиваю. 33 не прикол. Опа! Протовар получает на 300 тысяч меньше, чем протопал.
побольше. У него и прожимов побольше там. Нет, я просто говорю, что вы, ну, короче, танчить можно всеми. Я даже танчил трэш в АДК спеке в шмоте танка, вот так вот было. Всё, завтра РС пойдем, давайте Лука.